Я еще решил вернуться обратно, чтобы снять самых, наверное, больших здесь рыб. Это осетры Калуга. О, кстати, вот есть. Но это маленькие осетры. А вот там Калуги, они живут у нас в Амуре плавают. Вот это маленькие. Вот сейчас покажу самые большие, короче. Я сильно близко, да? Самые большие, я решил вернуться. Короче, здесь очень много аквариумов. Вот, самые большие, короче, здесь рыбы. Осетры, это Калуга. Калуга, осетр, они у нас в Амуре плавают. Сейчас он приплывет сюда. Вот он, вот она, здоровая какая. Продолжительный срок жизни у этих представителей, что тоже является... Вот она, здоровая. Условно река Амур делится на три участка. Это верхний Амур и нижний Амур. Верхний Амур — это река горная, быстрая. Вот она. Это уже маленький. А большая вон она проплыла. Вот их ловят в Амуре. 650 рублей килограмм стоит мясо. Вот маленький осетрик. Ладно, все, мы пошли дальше. Короче, да, здесь интересно.